На военную службу Клавдия Виноградова отправилась в 41-м году, когда ей исполнилось всего 16 лет. Была начальником радиоузла в Куйбышевском рабочем поселке. Уже через год ее послали на фронт санитаркой под Сталинград. Выносила раненых. Раненый кто? Все в крови. Поэтому у меня и до сих пор по локоть руки в крови. Александр Петрович Павлов! Слава Богу, что это все закончилось. Больше никогда бы не было такой войны. Юбилейные медали жителям Анапского сельского округа вручил исполняющий обязанности главы администрации округа Дмитрий Малютин. Медали получили участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей и блокадники Ленинграда. Ветеран войны Борис Бернацкий испытал все муки блокадного времени. Самое страшное воспоминание, это когда люди еле живые, в блокадном Ленинграде идут и падают от голода. И подойти к ним было нельзя, потому что тот, кто наклонялся, тоже падал. Долго не смолкали аплодисменты во время вручения памятных наград. Подарком для почетных гостей ветеранов округа стали выступления творческих коллективов, которые поздравили собравшихся стихотворениями и патриотическими песнями. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не останется без внимания. Тем, кто не может присутствовать на торжественных мероприятиях, медали вручают на дому.